Ну что, да здравствует Бог! Я, как видите, в абсолютно новом обличии. Да, я покрасилась. Я теперь какао, было сказано так. А, вот, это будет влог. Наконец-то. Наконец-то появилось время снимать влоги. Мне есть масса чего рассказать, чем поделиться. В общем, мы сейчас уже как бы собрано все. Тяжеловато подбирать как-то луки, когда ты долгий период времени была блондинкой, и, соответственно, все у тебя составлено под блондинку, и сейчас как-то приходится больше выигрывать с другими тонами и всем остальным. Но ничего, это все приходит со временем. В общем, мы сейчас идем гулять, идем немного пошопиться, а дальше будет видно. Поэтому пошлите вместе со мной. Все, в общем, зашла в примерочную, где-то потеряла Жанну, конечно, по пути. Смотрите, нашла себе сейчас спортивные вот штаны, вот такие вот. Вот. Ну как штаны, это шорты вообще, но у меня штаны, как обычно, все наоборот. Ну, мне не нравится, если честно. Если бы так вот чисто было бы классно. Вот так не нравится. Я просто записалась на йогу завтра. Завтра, что четверг. Вот, записалась на йогу на крыше. Боже, там такая будет классная атмосфера. И хочу как раз вот подобрать какой-то костюм либо топик, для того, чтобы удобно было заниматься у него. Поэтому пока поиски не сильно увенчались каким-то успехом. Но зато в примерочной мне повезло с классным светом. Ну, поехала дальше. Всем сладкое, доброе утро. Я уже собираюсь на работу. Сегодня четверг у нас, 29-е, по-моему, часом. Вот, собираюсь уже на работу. Готова полностью. До сих пор в восторге от своей покраски. Пока еще вот чувство эйфории не прошло. Сейчас покажу, что вчера купила. Смотрите. Такие розовые шортики. Легкие, потому что к нам в Турцию уже пришло как бы лето. Воздух просто офигеть какой горячий, поэтому это прям прекрасный вариант. И вот такую вот бело-фиолетовую футболочку, еще такую же белую взяла. Я уже собралась. У меня, кстати, наверное, не было еще ни единого влога, в котором бы я не спускалась бы в подъезде, и не было вот эта смена цвета, темный, светлее и так далее. Я сейчас иду и понимаю, насколько реально кайф, когда ты работаешь сам на себя. И у тебя рабочий день происходит там не где-то, условно говоря, в офисе, кстати, сейчас немножко потемнеет картинка, вот, а возле бассейна, на полном чиле таком, без какого-то особого напряга и всего остального, и это такой чистый кайф. И для тех, кто не знает, допустим, то я работаю ведущей, и по совместительству работаю няней. Вот, и я скажу так, что работа няней и ведущей вот в таком вот формате, да, приносит мне гораздо больше удовольствия, гораздо больше заработок, нежели я бы сидела в офисе. И вот я там иду работать на няне, да, сегодня. Я работаю с очень классными людьми, и это и меня прям, знаете, как-то заряжает узнавать их истории. Как они стали успешными, что они делали, кем они работают и так далее. То есть мне прям интересно слушать эту историю. И плюс к этому всему, вот находясь вот этой вот энергетике с такими вот людьми, да, которые делают хорошие деньги, там, ну, как хорошие, большие деньги, скажем так, будем называть вещи своими именами. Это совершенно по-другому, и ты понимаешь, насколько разнится мышление, да, и я вижу, насколько сильно в этом плане, вот в денежном и вообще, в принципе, во всех планах, мое развитие, мои мысли, все это изменилось и выросло гораздо больше, чем было, как бы скажем, до этого всего. Поэтому я прям кайфую. Но я скажу так, что
рассказывать об этом, я решалась, наверное, с момента создания своего блога. Вот, наверное, вот так, потому что для меня это было вот чем-то таким там постыдным, типа, а-ля, я там работаю няней, а что там скажут те, что там скажут эти. И можно, в принципе, сейчас видеть, да? Тут солнце не светит, видеть, насколько сильно я выросла внутренне. В принципе, вообще по Богу можно отследить, насколько меняется, да, человек, и то, как он говорит, и то, как он себя подает, и вот это вот все, насколько сильно меняется. Вот, и сейчас для меня, ну, типа, как бы сказать, что там работаю няней, мне вообще как бы все равно. Ну, типа, я кайфую от этого, мне нравится, и почему я должна этого стесняться? Каждому человеку своя работа. Я уже пришла домой, уже собрана, уже накрутилась. Сейчас иду к своей любимой Жанне. Мы с семьями едем в Аланию погулять. Хотим на гору куда-то там поехать, где в надписи «Я люблю Аланию». Мне кажется, такая надпись в каждом городе есть. Кстати, немного простыла. Ну и по мне видно, что человек, ну вот, просто особо гениален, потому что, ну вот, наносить солнцезащитный крем, ну зачем? Я же весь день в бассейне, ну как, полдня в бассейне, зачем мне крем? Не делайте, как я. Вот, в общем, сейчас едем гулять, отдыхать и так далее. Сногсшибательным видом расскажу немножко, поделюсь с вами своими мыслями, своим счастьем, скажем так. Я сейчас чувствую себя просто безусловно счастливой, безусловно наполненной. Все идет так, как мне вот хотелось, так как мне желается. Все события в жизни складываются один к одному, вот просто настолько идеально, что просто хочется пищать от счастья, вот честное слово. Не будет здесь, знаете, какого-то такого нытья, какая несправедливая жизнь и все остальное, потому что, опять-таки, я придерживаюсь того, что все, что происходит с нами, все нам нужно. Абсолютно все несет свой какой-то урок, и все зависит от нас, поймем мы этот урок или не поймем. Вот, я просто... сплошной кайф наблюдать вот такую вот красоту. И совсем скоро в этом году эта красота, возможно, сменится немного другим. Немного другой красотой, не менее яркой, не менее красивой. Я надеюсь, что все к этому придет, все именно к этому сложится, потому что если мы уже об этом подумали, то значит в нашем поле это уже есть. Вот, поэтому пока наслаждайтесь красотой этого видео, красотой этих видов вообще в целом. Я просто, знаете, безумно счастлива и каждому желаю это. И каждому хочу передать частичку моей такой наполненности вот этим вот прекрасным, то, что происходит с нами каждый день. Вот так. Те, что сзади что-то катится, тарахтит или еще что-то, то это значит только одно. Сегодня суббота и рынок. Вот такой вот стиль у всех людей, любых статусов в субботу. Абсолютно, кем бы ты ни был, всем абсолютно все равно. На гелике ты, на рейндж-ровере,
с айфоном или без, все дружненько вылазят, берут эту тележечку и едут на рынок. Все просто банально, потому что, во-первых, это а, удобно, б, это тоже удобно, в, все набирают очень-очень много всего, поэтому, ну, гораздо удобнее сложить в эту тележку. Тем более, не все ребята ездят купить там виноградик, арбузик, ну, фрукты, как я. Кстати, вот вам на фоне, видите? Видите, видите? Я не вру. А, вот, и турки чаще всего ездят, они прям закупают там картошку туда-сюда, ну, короче, полную тележку закупают. Вот, сейчас за мной заедут друзья. Мы едем, и я вам, наверное, по-моему, впервые покажу, как выглядит турецкий рынок, какие цены. Может быть, кто-то собирается в Турцию, кому-то будет интересно. Ну что, погнали! Едем, и я вам, наверное, по-моему, впервые... Я забыла вам рассказать. Вы знаете, что со мной произошло в эту субботу, когда я вам показывала рынок? Мы пошли заниматься а-ля серфингом на сапах. Так вот, вообще пришло это все... Я хотела очень давно покататься на сапе, очень давно. И почему-то вот в самый пик таких жестких волн, просто урагана на море, я решила, что сегодня именно идеальнейший день для того, чтобы научиться кататься классно на сапе. И не просто научиться так, как бы а-ля сидеть, а именно стать на сап. Так вот. Давайте посмотрим, что же произошло в тот день и почему я никогда не забуду его. Ты его молю, шука, зорю. За руку тримай. Спитай, скажу, як я люблю. Летай, летай. Ну что хочу сказать, в общем-то на сапе покаталась. Желание у меня было диким и так далее, но... Короче, мы арендовали сап на 2 часа, из них я покаталась час. Час, потому что меня в буквальном смысле так мутило, но волны просто сильнейшие. Огромные волны, плюс я, ну, самый одаренный человек, который пошел кататься на волны тогда, когда поел. Не прошло даже еще часа после того, как я поела. Короче, попытка не очень удалась, поэтому будем пробовать еще раз, но главное не остановиться, а продолжать пробовать снова и снова. Это был прекрасный опыт. Не хочу там показать, знаете, что там да, все так круто прошло, да вообще профессионалы там а-ля, не знаю, часть встала на доску, сразу поплыла и так далее. Нет, это не у всех получается с первого раза, и есть масса ошибок, которым стоит учиться и учиться. Вот. Но во всяком случае я попробовала, и я безумно этим горжусь. На этом наш опыт подошел к концу. Я пошла продолжать веселиться со своими друзьями, и мы встретимся с вами в следующем видео.